Доброго времени суток, дорогие подписчики, гости моего канала. В сегодняшнем видео я покажу вам очень простой узор для вязания спицами. Это очень простой узор, его свяжет даже начинающая вязальщица. Узор состоит из лицевых и изнаночных петелек. И рисунок узора всего 2 ряда. Вот я покрупнее сделала. Смотрится он очень красиво. Таким узором можно вязать все, что угодно. Можно связать шапку, джемпер, кардиган. Также можно связать даже детское покрывальце или одеяло. Я буду вязать джемпер. Это у меня образец. Я набрала нечетное количество петель. Набрала 43 петельки. Это у меня образец. Я сначала связала резинку 1 на 1, а затем уже вот сам узор вяжу. Первая петля снимается, а последняя петелька на спице провязывается изнаночной петлей во всех рядах. Так. Итак, сам узор. Первый ряд провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая. Весь ряд начинаю я с изнаночной петли, чтобы было красиво смотрелся, краешек красиво смотрелся. Здесь кромочная, а далее будет изнаночная. Первую петельку я снимаю. И далее провязываю 1 изнаночная, 1 лицевая. Сейчас минуточку. Итак, значит, я одну сняла, далее 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая. Так провязываем до конца ряда. Довязала до конца ряда, в конце ряда изнаночная и кромочная. Вот провязали один ряд, второй ряд. Во втором ряду все петли лицевые. Также, значит, первую кромочную я снимаю и провязываю все петельки лицевыми. Провязываем до конца ряда. Довязал до конца ряда. В конце ряда 1 кромочная провязывается изнаночной петелькой. Все, провязали 2 ряда. Теперь узор повторяется. Также кромочную снимаем. И начинаем вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Давайте еще повяжем немножко. Изнаночная, лицевая. И так далее.
Провязали. Следующий ряд также лицевые петли, весь ряд. То есть мы первый ряд вяжем изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, а второй ряд мы провязываем все петельки лицевые. Вот весь узор. Очень быстро, очень просто и красиво. И так далее вяжем, повторяем два ряда узора. Узор этот двухсторонний. Можно использовать лицевую сторону вот эту. А можно вот эту. Смотрите, здесь тоже очень красиво получается. Вот посмотрите, такие дорожки. Так что с любой сторонки можно использовать любую сторонку лицевой стороной. Кому какая нравится. Или вот такая. Вот я еще вам покажу. Я начала вязать себе джемпер. Вот столько уже связала. Или же вот с этой сторонки. Давайте посмотрим. Рисунок как будет. Вот так. А мне больше нравится вот эта сторона. Нитки я использовала для вязания. Вот такие еще вам покажу. Ализе Lana Gold. Здесь в 100 граммах 240 метров. Это пряжа турецкая. Здесь 51% акрил, 49% шерсть. Ниточка хорошая такая, толстенькая. Нравится мне. Первый раз я такими ниточками вяжу. Я очень довольна, мне нравится. Ну вот, буду вязать дальше. Продолжать. На сегодня все, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, обязательно вам отвечу. Работайте всегда только с хорошим настроением. И у вас обязательно все получится. До новых встреч!